Мухомор яйцевидный произрастает в самых разных лесах смешанного типа, особенно часто он встречается в Средиземноморье, излюбленным местом для роста считается известковая почва, гриб часто встречается под буковыми породами деревьев. Гриб украшает твердая и мясистая белая или светло-серая шляпка, которая сначала выражена в виде яйцевидной формы, а с дальнейшим ростом гриба становится плоской. Края шляпки спускаются с нее в виде нитевидных отростков и хлопьев. По этим хлопьям гриб отличается опытными грибниками от других видов мухоморов. Несмотря на то, что гриб является съедобным, рекомендуется собирать его только опытным профессиональным грибникам. Это связано с высокой вероятностью того, что вместо мухомора яйцевидного будет срезана ядовитая поганка. Но новичкам и неопытным любителям грибной охоты следует относиться к нему с осторожностью, так как есть очень большой риск перепутать гриб с ядовитой поганкой и получить тяжелое отравление. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.